Летние выходные деньки не все проводят на дачах. Для ивановских автогонщиков это еще одна возможность подготовиться к соревнованиям. В субботу на гоночной трассе неподалеку от деревни Змеево Шуйского района прошли тренировочные заезды. Сегодня у нас тренировочка перед уже официальными соревнованиями. То есть, соответственно, в таком более свободном у нас все это плане происходит по желанию. Конечно, засекаем на время. Соответственно, они могут видеть сразу результаты, где-то исправлять свои ошибки и дальше как-то делать выводы. Дружеская, веселая обстановка и шутливый настрой царят в предстартовой зоне. Однако на трассе все по-настоящему. Необходимо быть серьезным и внимательным, иначе гонка может закончиться не лучшим образом. Алексей в нескольких заездах доказал, что его старенький «Гольф» готов к гонке с любым соперником. Вот эта машина «Гольф-2» 85-го года выпуска. Сделанная в Германии. К нам она попала в 98 году и верой и правдой накатала 200 тысяч километров. Но сейчас из нее сделали спортивный агрегат. Стандартного здесь осталось не так много. Из стандартного это двигатель, коробка передач. Все остальное здесь уже подвержено изменениям. То есть удален вся шумоизоляция из салона, большая часть обшивок, установлены сиденья спортивного типа, так называемые ковши, трехточечные ремни безопасности, колеса. Соответственно, не штамповка, а кованые диски. Вот. Поэтому эта машина, так сказать, и показывает такие результаты. В среднем это авто на 150 килограммов легче такой же модели, не доведенной до ума. Именно поэтому на своем Volkswagen Алексей обошел и чудо отечественного автопрома, и даже дорогой заморский внедорожник. Говорит, специфика трассы такова, что большие габариты машины и объем двигателя здесь не решают исход гонки. Трасса весьма интересная. Здесь есть достаточно много прямиков, но они не такие большие, и очень много закрученных поворотов, где очень много песка. Поэтому мощность машины здесь отходит на второй план, а на первое место выходит, наверное, все-таки ее вес. Ни проигравших, ни победителей в этих гонках не было. Для участников заездов это просто возможность проверить себя и своих железных коней перед серьезными соревнованиями. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.